Волк, открывай дверь, или я ее вышибу. Какую еще нахрен дверь? Тебя ебет? Че ебет? Медведь, тебя ебет? Нет. А Белочка? А Белочка, я смотрю, сейчас с тобой больше занята. Ха! Очень смешно. Сам придумал или тебе дятел подсказал? Слышь, я не понимаю, что тебе от меня надо? Ща поймешь. На-н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 а-
я, это уже весь лес давно понял. Это музыка? Ну погоди, помнишь, в этом мультике волк постоянно зайца выебывался? Ну и чё? Так вот, я пришел тебе сказать, чтоб ты не выебывался. Я вообще-то сидел и никого не трогал. Чё ты гонишь? Ты сейчас камень головой тронул. Ну все, сука. Погоди. Лошара, я царь зверей. Бля, чё-то парашют не раскрылся.